Здравствуйте. К вашему вниманию, Ванька чемпион. Этим упражнением занимаются все мировые звезды, такие как Ломаченко, Мэнни Пакьяо, Костя Дзю и другие спортсмены, которые добились высоких успехов в боевых искусствах. Это упражнение на точность удара. Этим упражнением, когда заниматься с мячиком, бьете четко двумя костяшками челюсть сопернику, и он не понимает, откуда прилетел кулак. И последствия такого удара могут быть плачевными для того, кто пропускает этот удар. Ну, и сюда с вами был ваш репортер Сергей Кулаковский и спортсмен дядя Ваня, чемпион. Маша, вес. Да, тренер.